Льготу предоставят на один автомобиль в семье мощностью не более 150 лошадиных сил. Получить ее может один из родителей или законные представители ребенка. Также в программе реабилитации должны быть медицинские показатели для приобретения транспортного средства. Для оформления нужно предоставить в налоговые органы заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, техпаспорт на автомобиль и копию программы реабилитации ребенка. Кубань стала одним из немногих регионов страны, где ввели подобную льготу. В крае на нее могут претендовать около 1500 семей.